Добро пожаловать на трек «Солнце подня», в котором мы подвергнем вас многочисленным испытаниям на ловкость и сообразительность. Пожалуйста, не пытайтесь сойти с элеватора до его полной остановки. Цель миссии – выбраться из нашей западни, пройдя все секции и получить награду. Каждая секция состоит из нескольких комнат. Каждая комната заканчивается порталом, способным перенести вас в следующую комнату. В конце каждой секции вы получаете предмет, из которого невозможно продолжить аттракцион. Внимание! Безопасность не гарантируется. Если вы пострадаете или умрете, то вас никто не найдет, кроме следующих за вами участников. Добро пожаловать в желтую секцию. Желаю удачи! Внимание! Активирован режим повышенной трудности. Подсказки отключены. Усложнены некоторые головоломки. Враги сильны. Если этот режим был включен по ошибке, пожалуйста, начните тестирование сначала и выберите стандартную сложность. Поздравляю! Вы отлично справились. Я завидую вашему таланту. Такими темпами вы пройдете аттракцион за 2 минуты. Обратите внимание на провода у стены. Они неоднократно встретятся вам на протяжении всего тестирования. По проводам можно безошибочно определить, что активирует тот или иной генератор. Добро пожаловать в зеленую секцию.
вы делаете успехи. Большинство испытуемых не доживает до второй секции, но аттракцион только начинается. Будьте настойчивее, и награда не заставит себя ждать. Что далеко не все устройства на нашем аттракционе работают нормально, так как некоторые запчасти заботливо изымаются нашими невидимыми помощниками и прячутся в самые неожиданные места. На этом испытании присутствуют ручные зверьки неизученной породы. Если встретите, пожалуйста, не обижайте их, они хорошие. Таблица трофеев. Надеюсь, вы получите много удовлетворения от нее.
Добро пожаловать в синюю секцию. Перед вами самая убогая тестовая камера за всю историю аттракциона. Ее придумал один бездарный родственник нашего лидера и пропихнул ее за деньги.
Эта тестовая камера состоит из пластиковых ящиков. В ней больше ничего нет, кроме пластиковых ящиков. Чтобы вам не стало слишком грустно от такого убожества, я установил в этой камере музыкальный центр с музыкой, составленный из звуков разных миров. Наслаждайтесь! Довожу до вашего сведения, что каждая трехногая собачка, выводящаяся в нашей генетической лаборатории, стоит порядка 10 тысяч долларов, поэтому во время этого испытания постарайтесь не разорить нас. Каждый гуманоид, которого вы только что безжалостно убили, стоит по 100 тысяч долларов. Я уже плачу. Нее.
Ну вот, теперь ты типа с пистолетом, теперь ты типа крут. Вообще-то, у некоторых испытуемых возникает желание совершить акт самоубийства, когда они получают этот пистолет. Хотя они могли бы просто ступить в портал. Я настаиваю использовать этот предмет только по назначению. Ты слишком ценный экспонат. Добро пожаловать в красную секцию. Внимание! Все победители, дошедшие до конца аттракциона «Западня», получают чемодан с миллионом долларов. Это нужно, чтобы у испытуемых не возникало желания от нас сбежать. Если не верите, перед вами монитор веб-камеры с последнего испытания. Аттракцион продолжается. Приятного думания!